когда я рисовала эту работу, я чувствовала необыкновенную легкость, я хочу сказать вам, потому что воздух — это такой элемент, который облегчает все, да, вот даже когда дует ветерочек, то сразу такое все, знаете, легкое, или вот воздух, да, это облака, небо, вот эти краски, которые я выбрала, и, конечно, здесь качество весов подчеркнуты. Я добавила сюда тор для движения, потому что весы, у них есть такой минус знака, это сомнение. Вот я добавила тор как движение, проявление, и мне хотелось, я увидела, что весы — это как цветок. Они, знаете, так потихонечку раскрываются, и я вот выбрала именно такой узор цветка, который вот так вот